В августе на телеканале «Звезда» выходит в эфир третий сезон всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Проект дает возможность талантливым представителям разных национальностей и культур России собраться на одной сцене и показать не только свою уникальность, но и уникальность своей малой родины. Прием онлайн-заявок на конкурс начался еще в августе прошлого года, а в феврале и марте прошли очные отборочные кастинги в 8 федеральных округах России. В состязании принимают участие все 85 регионов России. Самые сильные исполнители соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой родной край. Лучших вокалистов определят масштабное голосование зрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей. Ненецкий округ на «Новой звезде» представит наша землячка Елена Соколова. Заниматься вокалом Елена начала в музыкальной школе города Нарьян-Мара. Сейчас девушка учится в ГИТИСе на факультете музыкального театра и свое будущее связывает с мюзиклом. По ее словам, на конкурс попала случайно. Любопытная история. Моя одногруппница Катя Проходцева, по совместительству моя подружка, она мне очень много рассказывала о своем участии в прошлом сезоне, во втором. Рассказывала, как там все проходило, как там интересно, какой опыт получала и так далее и тому подобное. Что она меня этим просто заразила и еще и подталкивала на это. Говорила мне, иди, пожалуйста, на кастинг, обязательно иди, участвуй, потому что шансы у тебя хорошие. Ну и как-то я поддалась ее влиянию и пошла на очный кастинг. На грандиозном финальном гала-концерте выступят 12 сильнейших вокалистов. Победитель третьего сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» будет определен зрителями путем СМС-голосования в прямом эфире.